Время лучших комментов. Спагетти! Папирус love спагетти! And I love clicking my mouse! Что я делаю в своей жизни не так? Дотка все обновляется, с обновлениями появляются новые сетики. И тут вопрос, а где их взять-то? Могу посоветовать сайт dotamix.com. На этом сайте ты сможешь выиграть любимые сетики и арканы. Есть множество вариантов, как получить свои вещицы. Рулетка, лотерея, сундучки, текис. Даже есть возможность получить совершенно бесплатно. Можешь проверить свою удачу в демоверсии. Ссылочка в описании. Маню с вами. Всем привет. И вы слышите вот эти... Ну, это я сейчас слышу, потому что я прям кликаю перед вами. И да, это снова ClickTail, снова кликер по Undertale, и снова нужно 2000 лайков, чтобы я дальше начинал кликать эту херню. Опять же, непонятно, почему именно на этих летсплеях, именно на этих игровых видосах набирается так много лайков. Ребята, вам нравится, что я страдаю? Ух, негодники-то, негодники. Ладно, окей. Мы видим уже, у меня 6000 поинтов накапало пассивно. Ну, я пока, типа, готовился к записи. Сколько там нам нужно вообще поинтов-то? Сколько нам поинтов? 25 кусков. Охренеть. Ну его нахрен. 25 кусков. Так, окей. Где там мой режим супер-мега-быстрого клацания? Во. Блин, так будем долго, конечно, клацать. Так, давайте, знаете что? Давайте сейчас доклад сюда 6500 и пропущу потом, типа, магия обрезанная, как бы говорится. Но, блин, это хотя бы логично. С него вылетают сердечки, а не какая-то туфта, типа, мороженщика из монстренка. И чё? Я до сих пор не понял, почему на мороженщик, ну да ладно. Так, почти накапало. Так, давайте сделаю супер-мега обрезание с помощью пальчиков. Это очень странно звучит, что я вообще несу. И... продолжим. 24300. И нам осталось совсем чуть-чуть до следующего персонажа. И, кстати, я не знаю, какого следующего персонажа покупать. Давайте по бурику наклацаем на нашу фриск, на нашу чарочку. Вот милые, няшные, красивые. Давайте, клацайтесь и кликайтесь. Надо чуть-чуточку. Музыка Undertale снова вот такая, типа, победитель. Эта музыка вроде бы финальная, если я не ошибаюсь. Одна из финальных. На самом деле, блин. Как же мне нравится музыка в Undertale. Вот только я ее слушаю, она не надоедает. Ну, серьезно, вот... очень атмосферная. Невероятно атмосферная музыка. Давай! Чуть-чуть! И 25к! 25 тысяч! Все. Мафет или метатон? Мафет или метатон? Мафет или метатон? Вот тут уже сложно. За клик 10 бонусов, за метатон 10. Блин, ну давайте, знаете, я больше, мне как бы метатон классный, но если не ошибаюсь, еще будет метатон Нео, да? А не, не будет, будет только супер темп. Хой! Вообще не понятно, что она делает. Я не знаю, когда мы до них дойдем, потому что Unreal, невозможно. 500 поинтов в секунду, но это вообще прям мощно. О, дальше нам будет сложно. Ладно, давайте Мафет. Мафет, окей. О, паучки! Блин, как же я обожаю танец пауков. Spider Dance. О, ну тут гляньте, как быстро копятся очки. Сколько нам-то надо? 100 тысяч, да вы издеваетесь, это ж Unreal. 100 тысяч. Это ж, блин, охренеть. Это просто... разгоняемся, но... как бы, да, довольно быстро капают теперь очки, но все равно это довольно долго.
Я-то, как у вас настроение? Как у вас делишки? О чем вообще поговорим? Потому что во время кликера я вообще не знаю, о чем говорить. Ну смотрите, я кликаю, а? Как вам такой геймплей? Повороты сюжетные-то какие? Она трясется от кликов. Мои пальцы заставляют ее содрогаться. Даже звучит как какое-то сексуальное извращение, ужас. Можно сделать потише эти грёбаные звуки? Как же их можно было сделать потише? Нахер эти суффиксы. Просто музыка классная, и не хотелось бы, чтобы она перекрывалась настолько сильно. О, все. А ну громко. Я просто не знаю, что еще сделать в этой игре. Зачем вы ставите лайки? Вам нравится, что моя мышка и клавиатура быстрее уничтожались? Вот есть же нормальные летсплеи, есть же нормальные мои видосы. Ну вам на Криктейл что-то так понравился. Больше всего лайков собирает, я в шоке. Из пауков, Spider Dance. Clap your hands. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Окей, 10к уже есть. 10 тысяч. Рука устает слишком. Шутки про руку можете оставить при себе. Я знаю ваши вот эти мыслишки. Вот это не надо. Ну. Так, 13 тысяч. 100 тысяч, вы что, я в шоке. Я лучше поставил пассивную эту... пассивного Маффета, и он бы, блин... Ой, Маффета. Метатон. И он бы мне фармил бы их. Но так мне нужно самому кликать миллиард раз. Сейчас заново начнется музыка. Да. Зачем вы мне предлагаете в это играть? Я не понимаю, твою же мать. Я хочу просто в Undertale поиграть. Я хочу просто там, не знаю, что-то. Я не придумал рифму еще. И вообще, я петь не умею. Я умею только читать. Ходи же с нами поиграть, и будешь мышку ты все время клацать. Похер, что неправильное ударение. А-а-а. Ребята, знаете что? Давайте так. Если это видео соберет 2000 лайков, да, я в следующем видео покажу всех оставшихся персонажей. Всех абсолютно. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. 2000 лайков, и я вам покажу всех персонажей, которые остались. Санса, Тэмми, Асгора и прочих. Хотя за Асгора сейчас попробую за этот видос дойти. Так, давайте сделаем опять же магию супер-мега-монтажа. Я в этом понимаю. 98 500. Вы видите боль в моих глазах? Вот это я делал все время. Знаете, как заколебалось? Чуть-чуть осталось. Все. 100 тысяч. Кто у нас следующий? Папирус или Асгор? 20 бонусов, 50, не, 50 поинтов в секунду много круче, чем 20 бонусов. Ну, это смешно, в два раза больше, чем Метатон, ой, Маффет. Вот, Папирус нас реально интересует, бай. Ой, а, мы не выбрали Папируса. Папирус. И сам он фармить будет быстрее. О, гляньте, как он фармит сам по себе.
Он с... спагетти! Папирус love спагетти! And I love clicking my mouse! Yeah! Что я делаю своей жизнью не так? Своеобразное свидание с папирусом. О да, за кликами до смерти. На самом деле он фармит намного быстрее, чем если будет нажимать, поэтому в этом я вообще не вижу смысла. Как бы чуть быстрее будет, но основные поинты со мной идут уже от этого. От простого набора. И это кайф, я могу не кликать, и он будет счетчик накручивать, 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 накручивать. Ребята, все как обещал. 2000 лайков и последний видос по этой игре, который я покажу каждого из этих персонажей. Для некоторых персонажей нужно 1 000 000 очков, даже больше вроде бы для Тэмми. Я все сделаю. Вы всех персонажей увидите. Я думаю, вам интересно. Да, мне тоже, блин, интересно на самом-то деле. И... что я могу сказать? 2000 лайков. Подписочка на мой канал. А, надо еще так сделать. 2000 лайков. Подписочка на мой канал. Подписочка на мою группу ВКонтакте. На мою личную страничку ВКонтакте. И ожидайте новый летсплейчик по Криктейлу. Зачем он вам нужен? Я не знаю. Но последний будет самый интересный, потому что вы уже увидите максимально всех персонажей. Я покажу и старых персонажей, которых вы выбили, которых мы не открывали, пропускали, тоже покажу. И покажу всех новых. Мне, блин, самому уже интересно. Хотя это будет сложно набивать такими-то темпами. Но все в ваших руках. Так что всем спасибо, кто пришел, посмотрел со мной, как я кликал. Чё? Всем удачки. Всем пока-пока.